Не знаю, никогда не начинал серию с покупки автомобиля, но сейчас начнем и прям на ваших глазах купим вот этот Мерседес. Ну, все. Привет, друг, с тобой Аван. Мы продолжаем играть на сервере CCD Planet, сервер GTA 5, все как всегда. И как ты понял по названию ролика, сегодня вместе с тобой будем покупать мне новый автомобиль. Поэтому желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита, и мы начинаем. Как вы поняли уже по началу ролика, мы его уже как бы купили. Потратили на это 4 миллиона 150 тысяч. Мы прикупили вместе с вами Ешку, Mercedes-Benz E63 AMG, кузове W212, охуенную рестайлинговую, антихром, full night пакет. И только Эван может с рестайлинговой Ешки сделать дорестайлинговую. Вы представляете, просто пацан приходит, переплачивает деньги за то, что он покупает рестайлинговую E63. Идет, покупает китайский обвес и снимает с разборки как бы крылья капот с дорестайлинговой Ешки. Не, ну это звучит немножечко абсурдно, да? Ну типа, посмотрите, какая охуенная Ешка. Просто заебись, да? И он едет сейчас, будет переделывать как бы дорестайлинг. 450 мы уже потратили. Ебать здесь тюнинга. Ебать! Ох ты ебать, сколько здесь всего. Фейслифт, нихера. С губой, без губы. С ночным видением, о, вернее, не с ночным видением, а с передней камерой. Ебать, сток. А, стоп, она стоковая, идет Тори Сталингу. Я хочу, блядь, можно капот поменять? Этот капот меня калит просто. Можно вообще нахер снять? Я либо тупой, либо слепой. Где капот? Это крыша, у меня карбон. Пусть будет карбон. Где капот? Передний бампер. Окей. У нас стоит вот эта херня. Сколько мы денег всрём? 2010 год. VTi Black пока ж... ага. Этим он чем отличается? Что здесь вот эта херня, типа, камеры переднего вида, типа... Ну, это посолиднее, типа, без камер пиже смотрится с оглы. А может, у меня, блядь, тачка просто не починена? Хотя нет, наверное. Он только вот этой херней отличается, серьезно. Но если вот такая херня стоит, это же побогаче смотрится. Но мы играем GTA, то это нам только портит. Не, вот эту давайте добавим. Похуй, 100 тысяч уходит. А, то есть капота нет, это оно просто так фризило, да? Это пиздец. Не, ну вот так, в принципе, на черном цвете смотрится попиже. Но у нас она будет белая, поэтому нам не надо. V10. О, охуенно. Конечно, это позлее смотрится, но это уже рестайлинг, а у нас будет дорестайлинг. Хотя вот эта херня смотрится, как будто обычная Ешка E200 взяли, вырезали в бампере и всунули какие-то выхлопные трубы. Бля, а что будет, если жопа рестайлинг? Не, давайте вот эту оставим. Я пока что хочу эту. Так, вот здесь чем отличается? Вот это как-то более, мне кажется. Ладно, пусть будет 10-й год. Фендер это у нас хорошо, окна. Ага, это у нас вот эта херня, я понял. Подожди, двери. Понимаю. Подожди, здесь, по идее, логически. Блять, она и та подходит. Но мне кажется, более логично подходит от 10-го года. Поэтому от 10-го. Рама. Что такое рама? Что она здесь меняет? Не, я рама знаю, что такое. Что она здесь меняет? А, задние фонари. Бля, вот это дорест. А вот это рест. Бля, такая херня получается с дореста реста. Ладно, давайте будем делать дорест, похер. Дизайн салона. А, салон я не посмотрю, да, только вот так. У нас стоит... Ебать. Там приборки меняют. Карбон торпедо, давай карбон торпедо. Не, давай Royal Lack. Royal Lack. Бля, еле выговорил. Так, это что у нас меняет? Front Doors Carbon. Окей, это где-то здесь, да? Что-то меняется, может, правая, левая. Может, это, блядь, карты? Это карты, бля. Охренеть, карты можно менять. Смотрорейдж, учитесь, блядь, как тюнинг нужно на тачке делать. Карты в салоне можно менять, это капец. Руль. А 10-го года, конечно. Приборная панель. Но здесь разницы нет. Я, вернее, не вижу. Спойлер. Спойлер обязательно нужен. Карбоновый. Карбоновый пусть будет багажник. АМГ. А можно убрать вот эти значки? SMG нахер надо? А если бы значки можно было бы убрать, было бы вообще идеал. А чем отличается? Black Tank? Ничего не вижу разницы, ладно. Правый фендер. Крыша. Это устоит. А, блядь, теперь самый главный вопрос. Делать жопу от дореста или от реста?
Давайте выйдем, посмотрим. По факту у нас выходит Дорис, ФТшный антихром, найтпакет, вся херня. Но жопа она стоит от реста, потому что жопа смотрится попизже. Но если смотрю на вот эту жопу, у меня сразу картинка, что спереди... Ладно, давайте сделаем без колхоза, она же будет по-грамотному. Сделаем жопу все-таки Дорис, хотя она не так круто смотрится, но пусть будет лучше Дорис. Я же купил Дорис, да. Вот теперь как-то это гармоничнее смотрится. Хотя, с одной стороны, блядь, на спереди губа, а сзади нихера. Какой-то маленький бы диффузор сзади добавили, было бы попизже. Тонированный вокруг, шильники, все тонировано. В черном она смотрится прикольно, но я хочу белую, чтобы вот эти черные детали как-то выделялись. Был какой-то контраст, и это смотрелось охуенно. Поэтому, хотя серую можно сделать. Бля, серая смотрится или белая? Бля, мне кажется, серая смотрится еще пизже, чем белая. Или белую. Давайте серую сделаем. Давайте сделаем реально серую. Хочу серую, если что, потом перекрашу. Или белую. Бля, у меня везде на всех серверах ешка была белой. И здесь... Бля, серая. Не, давайте серую сделаем, ладно, похуй. Если что, я потом перекрашу. Тонировочку на соточку, конечно, уже ебашим. Вот, диски, я думаю, менять не будем. Ебать, она стелит. Охренеть. Кстати, можете написать в комментариях, в каком цвете вам она больше нравится. В белом, или в сером, или в черном. Хотя у меня еще была вишневая ешка когда-то на CCD, еще вам там в 17 году. Бля, какая она охуенная. Это получается, я сделал из full рестайлинг, full дорез. Еще губу добавили, антихром. Бля, какая она охуенная. Еще диски эти подходят просто... Просто персик, мама мия, понимаешь? Еще здесь сюда номер каких-то 3 семерок не хватает, но я не мажор, у меня денег особо нет, вот. Поэтому поставим обычный из нашей серии, надеюсь, он не занят. Бля, как она стелит, даже диски смотреть, хотя ладно, поедем посмотрим, может я сюда MG Edition 1 влеплю, как я всегда делаю. Но сначала номер, потому что мог 195-92, это что такое? Это что такое? О, 200... Блять, две циферки, 212, МР, да, 98, сейчас захочет 8 лямов, 7 вернее, в смысле эррор. 7 лямов, да? Да что за интернет-эрроры, я не понял, 98. А что, номера не работают? Ладно, давайте поедем поставим диски, вернее не поставим, посмотрим. Вряд ли я буду менять, потому что эти охуенные, просто охуенные. Кстати, замерим еще ешку, чип вроде заебись. Охуенный чип стоит, а не заебись. Вот что-то слишком много мата, я извиняюсь. Посмотрим на как бы MG Edition 1, который я люблю лепить на все автомобили. Но здесь стоят диски стоковые, да, наверное? Я не знаю, они смотрятся охуенно, поэтому их особо менять не хочу. Вот эти просто. MG Edition 1. Бля, ну прикольно, но нет. Нет. Я хочу хотя бы одну тачку, на которых... Именно Mercedes, на которых не будет этих дисок. Что на Redmi, что на CCD, что на Смотре. У меня, если Mercedes, то только MG Edition 1. Все это знают. Но больше мне калит, а почему номер нельзя поставить, а? Они что, вырубили эту систему или что? Или у меня какой-то эррор? Internal. А что такое internal? Не знаю. Да, у тебя номера работают? Да, они отключены, я проверяю каждые 2 дня, поэтому. А, их отрубили давно? Месяц? Ну, месяц, как обнова вышла, вот последний, так отрубили. Ага, я понял. Спасибо. Бля, вот я... и врубил музыку и поехал дальше, я понял. Значит, без номеров получается, да? Бля, обидно. Тогда придется 10 минут что-то делать другое. Ладно, поехали тогда в аэропорт, замерим 0-100. А перед этим давайте, чтобы не ехать назад, я вам покажу сразу чип. Потому что он, как вы видите, по спидометру, он валит пипец. Просто валит. Трансмиссия, вот вам трансмиссия. Да, в принципе, я кодо могу и оставить внизу, чтобы скопировали. Колесные тяги. Угу. И подвесочка. Что-то слишком много характеристик появилось, или это я уже давно не заходил на сервер. Сохранить. Так, все. Вот этот код будет под описанием этого ролика. Можете поставить себе на ешечку. Ну что, мы приехали в аэропорт Лос-Антоса. Какой же еще? Вот, врубаем как бы наш Race Logic. Надуваем и поехали. Мне кажется, сейчас будет 2.4. 2.3. А сколько он, кстати, едет? Я же даже не знаю. 305. Стой, 306?
Я ехал до конца трассы, я еще до конца не разогнался. Стоп, а какая у него вообще максималка? Ну что, пацаны, стало немножечко темно. Продолжение этого видоса я записываю через неделю, потому что мне нужно было уйти. Вот, поэтому что мы там вроде должны были делать? Как бы замерять 0-100, да? Ну погнали тогда еще раз, я не помню, какие цифры были. 1,1, 2,4 и 200-300 будет плохо, да? Да, что-то здесь плохо. Прям на кочках зашибись, а здесь что-то прям плохо. Даже до 300 не разогнались. А еще сервер релогается вечно. Не знаю, но до 200 он валит прям пиздец. Ой. Я же забыл, я уже начал с багом стартовать. Это с багом только что поехал. 2,4. Ну, 300 должен поехать. Нет? 5 опять не дожал. Я просто в прошлый раз вылетел, так что... 0.7. Ладно, это с багом. Кто не видел баг, как это делается, как я только что сделал 0.7. Ссылочку на видос я оставлю в описании. 1.1. Короче, 1.1, 0.100. 2.3 лучше 2.100-200. И 200-300 мы не знаем, потому что она не успевает разогнаться за трассу. Ну, 200-300 нам такое, потому что эта тачка создана как бы для города. Я в ней катаюсь в городе. И по городу она ебашит прям хорошо. Прям ускорение 0-100, заебись. Кстати, мы через неделю уже добавили функцию номеров. Поехали, посмотрим, не изменилось ли ничего. И может, наконец-то номер поставим? Или он все-таки нам недоступен будет? Ну да, они еще не включили эту систему. Мне кажется, когда все в мире закончится, тогда вот здесь ее включат. Ну, у меня, в принципе, на этом все. Вот такой видос вышел. Надеюсь, тебе он понравился. Я надеюсь, тебе понравилась моя ешка, как бы. Пиши в комментариях, есть ли у тебя ешка и какая тебе нравится больше, дорест или рест. Будет очень интересно почитать. Не забывай про подписку, ведь нас на канале уже 4000. Всем большое спасибо. Лайк, комментарий, это все, что ты можешь сделать для моего канала. Мне будет очень приятно. А я желаю тебе хорошего дня. Всем удачи, пацаны. И всем пока.